Это канал «Горожанка в селе». Я приветствую всех зрителей и приглашаю посмотреть свою жизнь, над которой некоторые хотят посмеяться, потому что говорят, что она примитивная. Но в этой примитивной жизни нужно за всем доглядеть, все успеть, но иногда не все получается. Вот такой я сегодня испекла себе пирог. Песочное тесто. И повидло яблочное, своего, так сказать, производства. Пирог, песочное тесто на сливочном масле. По-другому нет. Вот, смотрите, он немножко подгорел, потому что убежала, оставила его и забыла. Но все равно вкусно. Очень вкусненько. Видите, сколько уже съели? Вкуснота. А за окном весна, значит, рассада. Ее нужно посадить, поливать, подкармливать. Чуть просмотришь, и что-нибудь не так. Хлопот с ней полным-полно. И надо тоже все успеть. Вот мои перчики. Видите, сколько насажала. Вот тут вот два помидора вылезли самостоятельно. И это еще не все. Там еще три таких контейнера. Куда насажала? Я их должна буду пикировать. Выберу, какие посильней. Оставлю, сколько мне надо. Ой, всегда бывает жалко выбрасывать этих, которые не подросли хорошо. А вы как поступаете с теми, кто не кондикция? Как-то быстро, неожиданно взошли помидоры. Некоторые даже переросли. Удивительно. Посажены. Я не ожидала, что некоторые из них уже начали выползать. А раз они начали выползать, то нужно их уже приоткрывать. Проверим. Вот видите, кто? Кто это? Кто это? Кто это? Вот у меня тут в ванной они сидят. Теплый пол. Волове сердце. Вот свои семена. Они уже начали вылазить. Так. Дальше смотрим. Шалун. Из 14 посаженных сортов 1 числа, а сегодня 5, умудрились перерасти всходы. Ну, не то, что перерасти, но вот уже длинненькие вытянулись. Это Настенька. Но они у меня уже как бы третий год, наверное, я их сажаю. То есть семена взятые вот с того, как я их первый раз посадила. Далее следующий помидорик. Кому интересно, посмотрите. Кому не интересно, проходите мимо. Только начали вылазить воловье сердце. Воловье сердце помидорчики купила для обновления, но есть и свои семена. То есть я их снимаю со своих помидорок. Так, дальше. Вот такой томат Санька, новенький. Я купила эти семена осенью. И вот они тоже у меня выползли. Хорошенькие такие. И новенький, тоже купленный осенью, абаканский красный. Вон цена еще, видите, какая недорогая. Но вот они очень переросли. Вот. А еще 10 сортов. Кто-то наклевывается, кто-то нет. Эти вот, видите, вылезли на пятый день. Какие-то прямо шустрые. Молодцы. Теперь им главное подсветочку нужно организовать, чтобы они так не тянули сильно, иначе все упадут. Надо бы, конечно, им подсыпать землицы, но там еще другие не вылезли. Неровные всходы, надо сказать. Ну, вот тут я снимала
для статьи на Дзене. Кто был со мной, кто посмотрел, всем спасибо большое. Кому интересно, ну а кому смешно, смейтесь над примитивной жизнью человека. Но я думаю, что вам такой примитивной жизни и во сне не снилось. Пока-пока!